Вот уже пятый год в нашей стране отмечается День местного самоуправления. Накануне на Бытхе собрались активисты, представители ТОСов со всех районов Сочи. Их приветствовал заместитель главы города Константин Чеботарь. Он отметил важность работы каждого представителя местного самоуправления. Нам, конечно, есть еще к чему стремиться, но мы уже можем, давая оценку работе каждого присутствующего в этом зале, я вот вам именно от имени главы города Сочи говорю большое спасибо. Мы на самом деле сделали очень много, и надеюсь, мы вот этой нашей дружной такой рабочей командой будем продолжать это делать. Сами тосовцы называют себя добровольными помощниками мэрии. И ведь не каждый может организоваться сам и организовать вокруг себя дружную команду единомышленников, способную зажечь новые идеи десятки других людей. Сегодня активисты гордятся тем, что удалось убедить многих жителей по-хозяйски относиться и к территориям вокруг многоэтажных домов. Сейчас люди начали более относиться к своим придомовым территориям. То есть очень много людей уже выходят на благоустройство своих территорий, на ведение порядка. Так вот весной, вот сейчас вот уже, наверное, обратили внимание, ехали, хотя дождь, но все равно все-таки придомовые территории чистенькие. Улицы чистые. Ну, приятно ходить по городу и ощущать, что, так сказать, все-таки не без моего труда, допустим, ведется такая работа. Люди помогают. В Сочи 66 органов территориального общественного самоуправления. Это люди разного возраста и статуса, но все бесспорно любящие свой город, который любим еще и миллионами туристов. Елена Овсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.